Финики – изумительные плоды, отличающиеся изысканным вкусом. Растут они на дереве, которое называется финиковой пальмой, или пальчатым фиником, достигающим в высоту 25 метров. Финики с успехом заменяют пищу. Можно несколько месяцев сидеть на финиках и на воде, не причиняя никакого вреда организму. К тому же он является идеальным лакомством и способен стать полноценной заменой для пирожных и конфет. А арабы используют финики в качестве хлеба. Польза фиников в первую очередь заключается в том, что они содержат большое количество необходимых человеку аминокислот, которые трудно найти в других фруктах. В основном употребляют в пищу сушеные плоды. Но используются они и в свежем виде. Из свежих фиников делают салаты, вареные и жареные блюда, желе, варенье, повидло, джем, напитки. Сушеные финики сохраняют все полезные свойства свежих. Было подсчитано, что финики содержат 23 аминокислоты, причем в большом количестве в них присутствует триптофан. Эта аминокислота отвечает за нормальную работу головного мозга, позволяет стабилизировать психику. Поэтому триптофан – незаменимая аминокислота для людей, испытывающих постоянное нервное напряжение и частые стрессы. Без триптофана не обойтись людям, занимающимся тяжелым умственным трудом. Благодаря триптофану стабилизируется психика человека, а регулярное поступление этой аминокислоты с пищей позволяет стать спокойнее и умиротвореннее. Однако это далеко не вся польза фиников, которую можно извлечь при их употреблении. 8 полезных свойств фиников, подтвержденные исследованиями. Рассмотрим, какие преимущества для здоровья обеспечивает употребление этих вкусных плодов, и как их можно включить в свой рацион. Первое. Большое содержание клетчатки. Финики содержат много клетчатки, поэтому их употребление является хорошей профилактикой запоров. Также с их помощью можно контролировать содержание сахара в крови. Второе. Большое количество антиоксидантов, помогающих организму успешно бороться с болезнями. В финиках содержатся антиоксиданты нескольких типов, помогающие защитить организм от развития заболеваний сердца, болезни Альцгеймера, онкологических и некоторых других болезней. Финики содержат в своем составе больше антиоксидантов, чем остальные сухофрукты. Попав в организм человека, антиоксиданты обеспечивают защиту от свободных радикалов его клеток. Свободные радикалы относятся к числу нестабильных молекул, способных активизировать в организме вредные реакции, провоцируя развитие определенных заболеваний. Третье. Помогают активизировать мозговую деятельность. Регулярно употребляя финики, вы активизируете работу мозга, улучшите память, разовьете способность к обучению. Включив финики в ежедневный рацион, вы сможете избавиться от воспаления и не допустите образования в головном мозге патологических бляшек, способных вызывать развитие болезни Альцгеймера. Четвертое. Облегчают процесс естественного родоразрешения. Ученые изучили влияние на процесс стимулирования родов и облегчение их протекания у беременных женщин в возрасте. Они доказали, что употребление в пищу этих плодов на конечном этапе беременности обеспечивает расширение матки и снижает потребность в проведении искусственных родов. Также употребление плодов помогает ускорить процесс протекания родов и минимизировать количество родовых патологий. Пятое. Натуральный подсластитель финики – вкусный источник фруктозы, которая является натуральной формой сахара и содержится во всех фруктах. Большое количество фруктозы в составе делает плоды финиковой пальмы очень сладкими и придает им тонкий карамельный вкус. Эти вкусные тропические плоды можно употреблять вместо сахара. После такой замены ваша еда станет более полезной, насыщенной антиоксидантами, клетчаткой и питательными веществами. Финики – полезный аналог белого сахара. Благодаря сладкому вкусу их можно использовать для замены сахара в рецептах. Шестое. Снижают сахар, укрепляют кости. Польза фиников для здоровья вышеперечисленным действием не ограничивается. У них имеются и другие полезные свойства. Здоровье костей. В этих плодах содержится много полезных минералов, включая магний, калий, фосфор и кальций. Попадая в организм, они предотвращают развитие заболеваний костей и суставов, например, остеопороза. Контроль содержания в крови сахара. Употребление в пищу фиников, обладающих невысоким гликемическим индексом, свежее.
имеющим в своем составе антиоксиданты и много клетчатки, позволяет контролировать содержание в крови сахара. Поэтому их полезно есть людям, страдающим диабетом. Седьмое. Просто добавлять в рацион. Финики – вкусная, универсальная закуска, хорошо сочетающаяся со многими другими продуктами, мягким сыром, ореховым маслом, миндалем. Финики – вкусные, сладкие плоды, которые легко переесть. Эти плоды очень калорийны, поэтому процесс их употребления следует контролировать. Благодаря высокой липкости этих плодов, их используют как связующее вещество в различной выпечке, батончиках, печенье и прочее. Также из них можно готовить энергетические шарики и полезные закуски, сочетая с семенами и орехами. Восьмое. Другие преимущества для здоровья. Финики эффективно устраняют изжогу за счет снижения кислотности желудочной среды. Это возможно благодаря входящей в их состав глютаминовой кислоты. Финики обладают противоопухолевой активностью, так как в них содержится такой мощный антиоксидант, как селен. Употребление фиников в пищу позволяет укреплять иммунитет человека. Финики способствуют снижению риска возникновения сердечного приступа. Еще одно полезное качество фиников – это возможность с их помощью быстро утолить чувство голода и восполнить запасы энергии. В плодах содержится большое количество сахаров, однако они очень быстро усваиваются организмом, так как в финиках есть витамин В5. В чем общая польза фиников? Финики можно смело использовать для включения в детский рацион. В финиках не размножаются болезнетворные вирусы, бактерии, паразиты и иные микроорганизмы. Они просто не в состоянии в них выжить. Финики используют как продукт от паразитов. С их помощью можно лечить лимблиоз и амебиаз. Финики – это продукт, который можно включать в меню беременной женщины. Плоды способствуют снижению риска выкидыша. Неоценима польза фиников для головного мозга. Благодаря этим плодам умственная работоспособность повышается на 30%. Уже спустя 30 минут после употребления фиников можно добиться восстановления утраченных сил и энергии. Еще сам Мечников отмечал, что финики полезны людям, у которых имеются нарушения пищеварения. Финики способствуют качественному очищению ЖКТ. Известна польза фиников для глаз. Плоды способствуют снятию с них усталости, улучшают зрение. Финики нормализуют повышенное артериальное давление, способствуют усилению кровообращения. Ускоренными темпами идет восстановление организма после антибактериальной терапии, если человек регулярно включает в свое меню финики. Кроме того, эти плоды позволяют минимизировать побочные эффекты от приема антибиотиков. Обязательно нужно потреблять финики людям, которые проживают в неблагоприятной с экологической точки зрения окружающей среде. Финики борются с образованием канцерогенов в организме человека. Кроме того, финики благоприятно воздействуют на организм. Придают крепость и красоту ногтям, снижают артериальное давление, повышают гемоглобин, снижают уровень холестерина, помогают при болезнях печени, почек и легких. Повышают потенцию, уменьшают образование канцерогенов и риск развития опухолей, очищают кровь от токсинов и тяжелых металлов, повышают работоспособность, улучшают умственную деятельность, избавляют от бессонницы, снимают напряжение с центральной нервной системы, спасают от стрессов, уменьшают утомляемость глаз, придают волосам здоровье, блеск и красивый вид, делают кожу эластичной и упругой. Рекомендуется их брать с собой в длительные путешествия. Польза фиников для женщин. Полезны финики и во время грудного вскармливания. Доказано, что регулярное употребление фиников способствует выработке гормона окситоцина. Он, в свою очередь, усиливает лактацию. Поэтому финики – очень полезный продукт для кормящих мам. Известно, что послеродовая депрессия достаточно ярко выражена у каждой третьей женщины, а в той или иной степени ее симптомы присутствуют у всех молодых мам. Финики позволяют нормализовать состояние нервной системы, а значит, симптомы послеродовой депрессии будут минимальны. Регулярное употребление фиников – это верный путь к красоте. Плоды работают изнутри, позволяя улучшить состояние ногтей, волос и кожи. Финики естественным образом замедляют процессы старения организма. Поэтому финики обязательно должны присутствовать в меню каждой женщины. Польза фиников для мужчин.
Особая польза фиников для мужчин научно доказана. Благодаря финикам повышается сексуальная выносливость. Финики способствуют профилактике болезней сердца и сосудов. Между тем доказано, что именно эти болезни являются ведущей причиной смертности среди мужского населения. Финики позволяют минимизировать риск развития онкологических заболеваний, в том числе, рака простаты. Полезны плоды для мужчин, так как они способствуют увеличению количества активных сперматозоидов. С древних времен в восточных странах существует традиция кормить финиками мужчин, которые находятся в браке и стремятся оплодотворить жену. Считается, что дети будут более здоровыми и выносливыми. Большинство мужчин имеют вредные привычки, которые являются причиной поступления в организм канцерогенов. Речь идет в первую очередь о табакокурении и злоупотреблении спиртными напитками. Финики способствуют очищению крови от токсинов, а также помогают организму бороться с канцерогенами. Интересные факты о пользе фиников. О пользе фиников известно многое, это научно доказанный факт. Ученые установили, что съедая всего лишь один плод, человек запускает в организме необратимый процесс выздоровления. Именно так звучит фраза, принадлежащая ученым, проводившим исследования на предмет пользы фиников. Китайцы утверждают, что некоторые их долгожители основой своего рациона имеют именно финики. Многие современные диетологи предлагают заменять финиками конфеты и иные сладости. Известно, что чувство голода будет тем сильнее, чем ниже уровень сахара в крови. Употребление всего лишь 2 фиников позволяет привести этот показатель в норму. Примечательно, что чувство голода отступает на весьма продолжительное время. Именно последний прием советуют применять многие диетологи своим пациентам, чтобы обмануть организм и не съесть лишнюю калорийную порцию пищи. Следует всегда держать при себе несколько плодов, что позволит не набрасываться на еду, повинуясь чувству голода. Можно ли финики при диабете? Людям с диабетом следует стараться придерживаться продуктов с более низким гликемическим индексом. Только свежие финики обладают умеренным гликемическим индексом. На сайте Гарвардской медицинской школы приведена таблица гликемических индексов различных фруктов, где в строке финика, свежего, указано значение 42 плюс-минус 4. Однако к нам на стол попадают финики в сушеном виде, и их ги начинается от 103 и выше, в зависимости от сорта. Поэтому при диабете финики противопоказаны. Допустимо съедать финики только в свежем виде не более 2 плодов за раз, рассчитывая общее количество углеводов. Употребляйте их вместе с белком, например, с орехами, это позволит углеводам перевариваться немного медленнее, что еще больше поможет предотвратить скачки сахара в крови. Вред фиников. С осторожностью следует употреблять плод больным с диабетом, так как они способны повысить уровень сахара в крови. Следует отказаться от чрезмерного употребления фиников людям с язвой желудка. Нельзя есть финики людям с непереносимостью фруктозы. Запрещено употреблять финики почечным больным, особенно на фоне мочекаменной болезни. Следует ограничивать употребление фиников людям с избыточной массой тела. Нередко к плодам прилипает грязь, которую трудно отмыть. Вместе с грязью в организм может проникнуть патогенная микрофлора. Нельзя одновременно употреблять финики и цитрусовые. Сочетание углеводной и кислой пищи способно стать причиной расстройства желудка. Противопоказания к употреблению фиников. Несмотря на обилие полезных свойств, не всем могут употреблять финики в пищу. Противопоказаны финики при сахарном диабете, допускается 1-2 финика за раз, совмещая их с белковой пищей и индивидуальной непереносимости. Людям, страдающим язвой желудка, гастритом, колитом, энтеритом и другими заболеваниями пищеварительной системы, следует ограничить потребление плодов. Как выбрать финики? Финики продаются в магазине в сушеном виде. Следует выбирать плоды, которые не слиплись в упаковке, а лежат по отдельности. Хорошо, если на их поверхности не будет кристаллического сахара. Если финики имеют блестящую поверхность, то их смазали жиром для придания привлекательного товарного вида. От покупки таких плодов нужно отказаться. Зрелые плоды имеют темный цвет, они сухие и морщинистые. Однако финики не должны быть слишком сморщенными, так как это указывает на то, что они пересушены.
На кожице не должно быть следов плесени. Она должна быть целостной, без видимых повреждений. Считается, что финики с косточкой внутри более полезны.